С начала года в развитие Каракианского района инвестировано 154 миллионов тенге. Этот показатель в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом на брифинге сообщил аким Каракианского района Адельбек Даулбаев. Наибольшая часть инвестиций вложена в порт Курык. Кроме того, отмечено хорошие показатели строительства жилого фонда в районе. Так, с начала года по октябрь месяц в эксплуатацию введено 37,5 тысяч квадратных метров жилья. В частности, объем строительных работ частного сектора составил около 7 миллиардов тенге. Также, по словам спикера, в настоящее время на учете в центре занятости состоят 727 безработных, когда с начала года нетрудоустроенными были почти 2,5 тысячи соискателей. Центр занятости всячески содействует в трудоустройстве безработных сельчан. Более 500 человек получили постоянные рабочие места. Свыше 200 человек трудоустроены на общественные работы, 121 человек на социальные работы и 94 соискателей на молодежную практику.